Страшный пожар торгового центра «Адмирал». Языки пламени охватили здание на 4000 квадратных метров. Это в два раза больше, чем в Кемерово. Порядка 10 часов с огнем сражались более 70 единиц техники и больше 580 спасателей. Больше 650 человек эвакуировали, свыше 70 пострадавших оказались в больнице и 17 погибли. На пожаре погиб и спасатель, начальник службы пожаротушения Сергей Костин. Свыше 600 предпринимателей понесли материальный ущерб. 12 марта было принято решение обрушить здание, и через 5 дней его демонтировали. Сейчас о трагедии напоминают голые стены, а на месте парковки сделали площадку для учебной езды на машинах. От нарушения требований пожарной безопасности до эксплуатации здания без разрешения расследование дела по «Адмиралу» длилось 2 года. Сегодня официальная причина возгорания – несоблюдение техники безопасности во время ремонта крыши пристроя. Весной прошлого года дело передано в Кировский районный суд. На скамье подсудимых 12 человек, от рабочих до гендиректора. Длительное время на рассмотрение. Почему? Потому что по делу проходит 670 человек потерпевших. 400 с лишним человек проходит свидетелями, то есть это более 1000 человек, которых также необходимо допросить в суде. А вот с Алексея Семина, владельца здания торгового центра, все обвинения сняты. Данных о том, что Семин напрямую причастен к пожару, у следствия нет. Данного уголовного дела при рассмотрении касаемо пожара «Адмирал» Семин не привлекался к уголовной ответственности и по данному уголовному делу не проходит. 352 тома уголовного дела и 60 заседаний за год. И это еще не конец. Суды продолжаются. Дело «Адмирала» – одно из самых резонансных за всю судебную историю. В отношении 5 человек меры пресечения – заключение под стражей. В отношении 6 человек меры пресечения – вид домашнего ареста. В отношении 1 человека – меры пресечения. Его обычно сравнивают с Болгарией, но по количеству народу и по общественному резонансу. Следующее судебное заседание назначено на 4 апреля, а тем временем земельный участок «Адмирала» выставлен на продажу за 790 миллионов рублей. Алина Бережная, Мирзалишев, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.